представляю спортсменов первой смены. На первом помосте выступает мастер спорта Дмитрий Качко, Республика Беларусь. Спортсмен 1989 года рождения. Собственный вес 62 килограмма 550 грамм. Он является призером Республики Беларусь. Лучшие достижения в толчке 50 подъемов. Тренируется под руководством Жука. На втором помосте кандидат мастера спорта Андрей Макуха, Латвия. Спортсмен 1986 года рождения. Собственный вес 60 килограмм 800 грамм. Лучшие достижения в толчке 35 подъемов. Он является чемпионом Латвии. Тренируется под руководством Альберта Багаяна. Прошло 2 минуты. На третьем помосте выступает мастер спорта Андрей Баранов, Российская Федерация. Спортсмен 1986 года рождения. Собственный вес участника 62 килограмма 150 грамм. Получил достижение в толчке 95 подъемов. Он является чемпионом Европы 2008 года. Тренируется под руководством Михаила Дмитриева. Является мастером спорта международного класса. Прошло 3 минуты. И на четвертом помосте выступает кандидат мастера спорта Вячеслав Бабий, Украина. Спортсмен 1993 года рождения. Собственный вес 60 килограмм 750 грамм. Он является призером Украины. Тренируется под руководством Фугрова Федора. Прошло 4 минуты. Прошло 5 минут. Не считай, даже.
Прошло 6 минут. Прошло 7 минут. Прошло 8 минут. Приготовиться спортсменам второй смены. Завершил выступление Дмитрий Качко, Беларусь. 53 подъема.
Второй помост Андрей Макуха, Латвия, 50 подъемов. Третий помост Андрей Баранов, Российская Федерация, 82 подъема. Двухминутная подготовка гири. Готовится вторая смена. Thank you.